Давайте глянем, что там организация. Че организовали? Че организовали? Я его уже смотрел, вот этот клипак тоже хороший. Тоже песня странноватая, хотя поугарнее, чем мог. Но тоже, типа, вот клипы, прям визуал вывозит очень сильно. Арсланчик, спокойной ночи. А я скорее всего, да, предполагаю, что клип мог такой. Типа, человек искал себя, уебал немножко психоделиков и кое-что понял. Наверное, DMT-шечки покурил за гаражами, чисто взорвал и улетел. Мы против наркотиков. Но визуал без пизды отличный, ну правда, вот типа прям хорош. Если вам интересно, почему ролик «Рожденный проиграть» выкладывался так долго, почему мы так поздно его выложили, потому что Эрик Рика, который помогал мне с этим роликом, уехал монтировать клип «Организация». Такой вам микроинсайт. Сам бы попробовал, ну а кто сказал, что не пробовал? Не догнать ни мечом, обуздать нельзя. Ни одна стена ни почем. Ведь мы запрещенная организация. Каждый из нас обречен замечать изъян мироздания и расчесывать. Мы запрещенная организация. Братья без тайного рукопожатия. Опять же, вот в этот раз видосик хороший, прям все звучит нормально. Бахает и башит, мне кажется, очень даже. Друзья мои, всем, кто ложится спать, спокойного сна. Я сочиняю, став стукачок, ведь мы запрещенная организация. Каждый, кто знает, о чем я, у нас вреда. Старшина, ты зря так серьезно. Мы запрещенная организация. Все всегда начинается с малого, с мертвых семян, прорастающих заново. Басенькой на другой лад пересказаны. Бля, визуал хорош, вот правда. Вот до визуала доебаться, я абсолютно не вижу смысла пытаться доебаться до визуала. Тут все отлично, реально. По треку, Оксимирон такой, с чуть-чуть лавкрафтщины, чуть-чуть протеста, но тоже. Звучит приятно, слушать не буду. Точнее, переслушивать. Горской фразы с цыганского табора, узкой вязью опасная заповедь через века проступает, как знакопись ящерицей, вылупляется знание знахарем, загодя варится снадобье, задевая белье. Хотя, наверное, вот, о... Смотрите, пацаны, заловили Юрия Дудя. Друзья, поймали Дудя, поэтому все, попался, так сказать. Короче, я все это к чему? Хотя, наверное, вот этот трек я уже слушал, и из всех из них переслушал бы я, наверное, его. Переслушал бы и клип бы пересмотрел, он какой-то наиболее приятный. Вот это я, наверное, припиздел, что не буду переслушивать. Вот этот, возможно, переслушать бы. По-моему, ничего. Ну, правда. Ну и Юрия, друзья, Юра Дудь, наш пацан. Ё на веревках плечом по расплавленной каменной улице южного города. Кто-то стремглав пронесет босиком безымянную рукопись сквозь казенную краску над фикусом. Рядом с иконой проявится фреска, настолько же бескомпромиссно прекрасная, сколько безнравственная и гротескная. Я, кстати, заметил, что в комментариях очень много каких-то молодых девушек, которые пишут хвалебные, какие-то восторженные такие в стиле литературных дев комментарии про Окса. Поэтому, видимо, сейчас аудитория выглядит вот так. Те, кто в серости выросли яркими снами, таинственным вирусом мечены с юности. Эти родимые пятна этнической чисткой не вывести. Небо плиткой не вымостить всех, светлой палитрой не выкрасить, ересь не вымести. Как ни старайтесь, и накость не выкосить, накость и выкуси. Нас преследуют сотни разведок, нас исследуют толпы экспертов. Мы исчезнуть способны бесследно, мелькнув подворот. Там Мемфис Капа где-то на фоне ебашит. Сотни плащом напоследок, городской сумасшедший не прошел. Брошенный гость из эпохи лет сто, как прошедший под рубищем ветошью, будущим дервишем в тубусе спешно несущий депешу. У нас нет ни устава, ни штаба, ни вождя, ни обряда, ни флага, но... Надеюсь, это трек про ФБК. Мы будем всегда враждующих, с нами не станет, как штазис гестапо. От альянса кочующих гильдий и до собратства танцующих синти. Одна коалиция сопротивляется карцерной матрице тайных полиций. Чему пуританству кромешного блага, чему производству, где плавится особь. Мы как дома внутри снежного шара, тряхнуло слегка, моментально заносит. Удивительно, что вот разговор про... Пиарит чувака, который придумал концепт визуала, Кости в гости. Кости в гости мы знаем, чтобы у чувака все было хорошо, все было заебись. Вот, а
Короче, потому что, ну, если это все концепты его работы, то это, конечно, очень круто. Это очень круто, очень стоящее. Смешно и забавно, что Оксимирон говорит про пуританство, как там было, господи, пуританство всеобщего блага, хотя в основном сам поддерживает людей, которые выступают за все хорошее и против всего плохого, то есть, ну, вот за это самое пуританство, которое я лично терпеть не могу. Машина снятся дальние страны, зовет золотое руно. Значит, ты завербован давно, и наш орден берет тебя в строй под свое боевое крыло. Ух, нас не догнать ни мечом, обуздать нельзя. Ни одна стена ни почем, ведь мы запрещенная организация. Каждый из нас обречен. Я тут задумался, что, возможно, все песни, которые выходили, это на самом деле были лефтоверы Горгорода, то есть песни, написанные в тот кон, которые просто не вошли и т.д. Вот это был бы ход вполне в духе Оксимирона. Типа, чё, вы слушали мои старые там шестилетние песни, а у меня вот новые есть. Ну, правда, вот это прям похоже на Оксимирона, вполне возможно, что так и есть, что это просто старые невыпущенные песни. Он времен Горгорода как раз. Замечать изъян мироздания и расчесывать мы запрещенная организация. Ну вот это стопудово могла бы быть из Горгорода. Вообще как нехуй делать. Цунами могла бы быть из Горгорода. И мох мог бы быть из Горгорода. Вообще в легкую. Братья без тайного рукопожатия. Сочиняю, став стукачок. Ведь мы запрещенная организация. Каждый, кто знает, о чем я, у нас в рядах. Старшина, ты зря так серьезно. Мы запрещенная организация. Че скажете? По мне, не знаю, вот это хорошая песня, я говорю. Номер один среди музыкальных видео на вкладке в тренде. Кстати, неплохо. Но что могу сказать? Вот это, наверное, из песен единственная, которая мне... Ну... Я говорю, я наврал, что я не буду ее переслушивать, и, наверное, в плеере я ее гонять не буду, но вот я сейчас послушал второй раз, вполне себе, вполне себе.